Мы снова на футболе. Всем привет, будем надеяться, впереди нас ждет увлекательный футбол. Здравствуйте, и мы приглашаем вас все-таки на футбол. И вот мы видим состав хозяев. Команда на поле, и арбитр только что дал свисток к началу первой половины матча. Аут. Поль Погба. Посмотри по сторонам, есть кому отдать пас. Александр Зинченко. Момент. Будет гол. Какой замечательный гол. Итак, открыт счет в этом матче, и с центра начинает команда. Нас ждет атакующая игра сегодня. В этом нет никаких сомнений. Мяч отдай. Надежно сыграл защиту. Адриан Рабьё. Отлично задумано, отлично исполнено. 5 баллов. И это удар! Ну, это прекрасная реализация, что тут еще сказать. Ну, в таких моментах многое решает первое касание. Здесь и техника не подвела, ну и траектория, конечно, была идеальной. Гол заслуживает того, чтобы увидеть его еще раз. На повторе хорошо видно, как здорово в этой ситуации разобрался игрок нападения. Все хорошо у него с техникой, и он без проблем обыграл защитника и отправил мяч в сетку. Команда не останавливается и продолжает играть для зрителей. Александр Зинченко. Посмотрим за этой атакой. Александр Зинченко. Надежно сыграл защиту. Поль Погба. И это удар!
передача. Перехватывает соперник мяч. Анхель Ди Мария. Заброс вперед. Тут может что-то получиться. Довести до ума эту атаку так и не удалось. Влахович. Момент! Хуан Куадрадо. Вот это да, вот это прием. Пас в разрез очень точно. Неточный пас. Полностью контролирует ход игры. Хорошая передача. Ищут они разные варианты для атаки. Мяч в лицевой, это значит удар от ворот. Хуан Куадрадо. Так, неплохо. Ушел мяч, удар от ворот. Вот это да! Отлично сыграно! Давид Алаба. Ищут они разные варианты для атаки. Влахович. Влахович. Довести до ума эту атаку так и не удалось. Пошла подача туда, туда. Какой удар! И есть поддержка у этой атаки. Ну давай же! Идея хорошая, исполнение ужасное. Ну а здесь кого винить? Только себя любимым. Красиво сыграно, как эффектно. И надо забивать. И не удается ему забить. Вот должен он был сейчас выводить команду вперед. Все для этого было сделано, но немного не повезло. Сложно было наносить удар из такого положения, так что вряд ли стоит его обвинять в упущенном моменте. Пробил игрок, рядом со штангой мяч проходит. Какой шанс? Какая передача. Адриан Рабье. Поль Погба. Тут может что-то получиться. Мяч отдай. Отличный отбор мяча. Хорошая передача. Мяч не дошел до адреса. Защитник надежный. Закончились 45 минут игры. Команда уходит на перерыв. И после первого тайма ничья. 1-1.
Начинается второй тайм. Надо было поскорее отобрать мяч. И им это удалось. Леонардо Бонуччи. Хуан Квадрадо. Леонардо Бонуччи. Влахович. Может получиться интересная атака. Адриан Рабьё. Ку-ку, чужие ворота в другой стороне. Разряжает обстановку. Леонардо Бонуччи. Алекс Сандро. Влахович. Есть поддержка в этой атаке, можно что-то придумать. Тут может что-то получиться. Партнеры поддерживают эту атаку. Так, неплохо. Это может быть опасная атака. Мяч отобран, атака прервана. Удар! Ох, какой гол! Какой гол! Прекрасная атака и завершающий удар не подкачал. Индивидуальное мастерство, помноженное на техническое исполнение. Браво! Великолепная командная игра завершилась голом. Слева партнер открывается. Адриан Рабьё. Анхель Ди Мари. Очень неплохо пока. Надо только довести эту атаку до ума. Единственное возможное решение, по-моему, в этом. Главное, без нарушений. Довести до ума эту атаку так и не удалось. Леонардо Бонуччи. Адриан Рабьё. Адриан Рабьё. Ушел мяч. Аут. Тренер делает замену. Поль Погба. Анхель Ди Мари. Надежно сыграл защитник. Тушит этот пожар. Защитник очень здорово и четко мяч вынес. Поль Погба. И здорово играет защитник. Надежно сыграл защитник. Поль Погба. Может получиться интересная атака. Можно попытаться передачу сделать. Если вариантов нет, отдай мяч обратно.
Будет гол! Фантастика! Ничего подобного не видел. Да, оказался один на один с вратарем и решил зарядить свои силы поворотом. И, наверное, сам не понимает, как он не реализовал этот момент. Александр Головин. Александр Головин. Ищут они разные варианты для атаки. Поль Погба. Если вариантов нет, отдай мяч обратно. Рафаэль Варан. Вот это да! Отлично сыграно. Неплохая была атака, но мяч потерян. Хорошо, что произошло это на чужой половине поля. Есть поддержка партнера. Это тот случай, когда полевой игрок может взять мяч. Алекс Сандо. Так, неплохо. Анхель Ди Мари. Удар! А забил! Смотрим за этой атакой. Все, матч окончен. Я Георгий Черданцев, комментатор матча. Благодарю команду за игру, зрителей за внимание и прощаюсь до новых футбольных поединков.